Как понимаешь, ты не дождусь, когда ты обратишь внимание. Я все иду, смотрю, так думаю, тогда папа с лица исчезнет, а ты такая... Ну нет, я шучу, конечно, то есть нет такого. Офигеть, а можешь вот сейчас со своей волны чуть остановиться на 2 секунды на нейтральную волну? А давай вот чуть прям вот здесь. А тогда мы не сможем пообщаться, потому что ты прыгнешь в поезд и уедешь. А, хорошо, давай пообщаемся. Давай тогда здесь пообщаемся. Давай пообщаемся. Ты очень классно выглядишь, кстати, ты такая. Ты как-то с ним дожди, зачем ты бежишь так от меня? Такая ты вся белая, кстати, прям. Ну, конечно, весна, поэтому я белая. Очень круто выглядишь, крутые сапоги у тебя еще. Спасибо, у тебя... Ты с работы? Да не обязательно сейчас взаимно делать. А у тебя... У тебя тоже все прекрасно. Да я знаю, а ты там где-то здесь работаешь, в этой башне, да? В смысле, вообще не работаешь? Вообще не работаю. Не, ну как бы это хорошо, наверное. Просто я работаю, но только не здесь, на себя работаю. А как ты в метро тогда оказался, если ты такая вся эта самая? Я еду на тренировку. Фитнес или что? Да, фитнес. Офигеть, а как тебя зовут? София. Софья, Сонечка, как Софиечек. Меня... Но это не пожимаю, это другое немножко там, ну как бы сейчас. Меня Вова зовут. Классно. А Сонечка прям такая вот, она прям отходит все время. То есть ты так сильно переживаешь за свое личное пространство. Или что? Красивый цвет глаз у тебя. У тебя, кстати, тоже. Спасибо. Такой глубокий. Я после... Ну, а что ты боишься или что? Как мне сделать? Просто мне некомфортно, да, когда ближе ко мне. А когда ты мужчину допускаешь близко к себе как-то в какой-то момент, ну, спустя там 56 миллиардов свиданий, допустим, ты же как-то допускаешь или с этим какие-то сложности связаны? А, мне сразу на какое приходить? Мы закончили? Почему? Нет. Ты хочешь уйти? А, я просто... Ты стал переходить на эти темы? Нет, ну какая разница, я на них рано или поздно... Да не в этом дело, просто мне странно, что ты так общаешься. В смысле, ну конечно. Спасибо. Здорово. Хочу сообщить тебе об уникальной возможности попасть на мой онлайн-тренинг, который стартует 20 апреля. Почему возможность уникальная? Потому что стоимость этого тренинга будет всего 5000 рублей вместо стандартных 15. Это... предельно низкая цена. Для чего она, для чего я решил сделать такую стоимость? Сейчас в преддверии лета, в преддверии весны мне хочется помочь как можно большему количеству парней, которые смотрят мой канал, которые чему-то учатся, которые делают что-то, что я говорю, у них что-то получается. Я хочу дать вам критичный объем информации, полезных навыков и знаний для того, чтобы вы смогли наполнить свою жизнь красивыми женщинами, для того, чтобы вы смогли изменить свою жизнь. Вот. По поводу тех, кто смотрит мой канал. Ребята, очень много информации, которую можно уже применять и получать какие-то результаты. Но чтобы вы понимали, еще раз хочу донести, что то, что вы видите на видео в бесплатном свободном доступе, это лишь малая толика того, чему я могу вас научить. И я хочу отдать вам все свои знания, все свои навыки, все свои умения в этом онлайн-тренинге. Я хочу, чтобы очень много парней из разных городов России, отдаленных от Москвы, зарубежья, Украины, Беларуси, Казахстана и так далее, чтобы вы могли позволить себе этот тренинг. Поэтому такая цена. Следующая такая акция по низкой цене, опять же, не знаю, когда, какая будет цена. То есть она состоится, наверное, где-то в конце декабря 2015 или в начале января 2016. Суть в том, что сейчас у тебя есть все шансы просрать свое лето. Вот. Но также есть шанс и не просрать это лето, а записаться на онлайн-тренинг, который стоит всего 5000 рублей. Онлайн-тренинг «Соблазняй лучших, оставаясь собой». Это без лишней скромности. Я всегда об этом говорил и буду об этом говорить. Самый эффективный онлайн-тренинг по соблазнению в России. Я знаю, как проводятся тренинги у других тренеров, когда тебе просто 2-3 раза в неделю высылаются какие-то письма с заданиями, которые ты читаешь и должен идти и делать. Как делать, что делать, ты абсолютно ничего не понимаешь. И потом раз в неделю тренер вылазит где-то в чате и что-то рассказывает там в течение получаса. У меня будет не так, у меня всегда происходит по-другому. Это 6 занятий по 2 часа времени, которые я полностью провожу с тобой и с другими парнями в чате. Соответственно, ты можешь задавать мне любые вопросы. Очень важна обратная связь, очень важно какие-то моменты прорабатывать твои индивидуальные. В процессе я отвечаю на все эти вопросы. Я рассказываю, объясняю, досконально все разжевываю, мотивирую, говорю, как преодолевать свои страхи и так далее и тому подобное. Я даю тот объем информации, который тебе нужен для того, чтобы научиться соблазнять женщин, а не просто прийти на тренинг, почитать какие-то задания, пойти понять, что они у тебя не работают, эти практики, и сдаться. У меня на тренинге никто не сдается. Потому что раз вы пришли, значит вы будете ебашить по полной до результата. Я вам в этом помогу так, как я смогу. Что касается записи на этот тренинг, ребята, запись будет только 15 и 16 апреля. Она откроется в 10:00 по Москве 15 и закроется в 22:16. Эта цена, эта акция действует только 2 дня. Если ты не успеваешь записаться в эти 2 дня, значит ты не успеваешь. Еще раз говорю, что такой халявы потом не будет очень долго. Вот. Пишет очень много парней и говорят, что вот мы хотим попасть тебе на какой-то тренинг, но у нас нет денег. Вот, ребята, для вас отличнейшая возможность изменить свою жизнь за 5000 рублей. Это билет в новую, абсолютно нового качества жизни. Почему я говорю все время об изменении жизни, а не только ситуации с девками и о том, что ты можешь найти себе там одну или несколько красивых женщин? Потому что мужчина, который успешен с женщинами, он просто не может быть лузером по жизни. Это закон, который неоспорим, который работал всегда. И наоборот. Если мужчина успешен, то у него, как правило, все хорошо с женщинами. Как-то так. Поэтому еще раз. 15-16 число. Не пропусти запись. Ссылка для записи на этот тренинг находится под видео. Переходи по ссылке, читай все подробности. И принимай решение, которое, возможно, станет для тебя судьбоносным. 5000 рублей вместо 15. Группа будет большая, но всем хватит индивидуальной работы. Потому что я и мой второй тренер Илья Забенко будем над этим работать так, как мы обычно работаем. Старт тренинга 20 числа. Увидимся на тренинге. Счастливо. Жду тебя. А сколько лет, Сонечке? 27. Классно. А тебе? Мне 31. Серьезно? А что? Ну, как бы, да, это меньше или старше, как нет, я со стороны. Но зато, да, когда мне будет 70, мне будет давать 69,5, говорит, что он сохранил. Ну, ты выглядишь тоже, в принципе, примерно так, не старо. Спасибо. А ты интересная вообще девушка, Сонечка? Нет. В смысле нет? Совершенно нет. Ну, хорошо, с тобой помолчать классно, скажи. Не знаю, как ответить на вопрос. Я, смотри, сейчас объясняю, да, я пытаюсь как-то вот наладить общение, да, ну, посмотреть, получится или нет, да, там, возможно, там захочется, там еще или не захочется, но надо же как-то все-таки пробовать. Это от себя зависит. Ну, мое дело будет предложить, я выбираю для себя сейчас, захочется мне или нет, ты, естественно, выбираешь для себя, что захочется тебе или нет, вот, а ты вот как-то прям вот так, я не интересная, я не такая, я не сякая. Я этого не сказала. Но внешне ты очень классно выглядишь. Спасибо. Добро. Что делать с тобой, я думаю? Можешь ставить на свой визит? Нет. Нет? Сделаем так, короче, я запишу твой телефон, и ты просто скажешь, когда тебе удобно звонить, чтобы я тебе лишний раз там не навязывался, и тебе позвоним. Хорошо, давай, записывай. Скажи мне, есть ли смысл, вот я в последнее время что-то это... перестал кого-то уговаривать, я подумал, что можно было бы попить чаю, да, встретиться, но вот как бы ты будешь там более какая-то вот открытая, наверное, через какое-то время, да? Для общения. Для общения буду открытой. А для чего ты еще хочешь быть открытой? Больше ни для чего. А тебе больше никто ничего и не даст? Правда. Правда. Я сама беру все, что мне нужно. Это не про меня. Нет, все-таки мужчина должен делать, это его прерогатива. Ты чем занимаешься, скажи? Я помогаю людям. Ну, как бы я помогаю им изменить их жизнь в лучшую сторону. Что это значит? Ну, это значит, что приходит человек, говорит, вот я хочу обрести какие-то навыки, я говорю, хорошо, ты их обретешь. Ну, как бы с этим соприкасаюсь, но не часто. Я коуч. 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 А ты? Я работаю помощником раввина. Помощником кого? Раввина. Раввина, то есть ты еврейка. Или это просто как-то... А ты как-то вот не похожа. У меня есть друг еврей, Саша, лучший друг, единственный. И он еврейский называет «наши». То есть вот ты на нашу, не на нашу, но вот на его нашу, вообще не похоже. У меня какие-то стереотипы такие, что там какие-то льющиеся волосы, что-то вот такое. А ты там как-то не настолько ортодоксально вот по жизни или как? В плане там у вас какие-то общения между там конфессиями, оно разрешено как? Да, разрешено. Ты все дальше отходишь от меня, Сонечка. Давай, ну знаешь, как сделать? Ты вот туда что я и будем кричать. Не, ну ты видишь, какая интересная, ты хотя бы там, какая-то у тебя деятельность необычная. Необычная, да. Ну у меня тоже, ну видишь, как нашли с тобой друг друга. Возможно, что-то получится. Ты очень странная, но мне почему-то кажется, что с тобой будет классно, не знаю. Хотя вот сейчас совсем не мое, потому что я такой вот открытый человек, да, который обычно там это, что-то вот кинестетика такой, ну вот я не могу, не трогая, понять, ну, нравится мне человек или нет, да. А тут как-то я вот вынужден на твоей, скажем, вот, ну, общаться на твоей волне, да, и меня это почему-то не напрягает. А не знаю, мне просто нравится на тебя смотреть. Давай я запишу телефон и... Тихо, только ну не убегай, конечно. Дозвон, Сонечка, за ручку возвращаться. Не выключай. Не выключаешь? Лицо сними. Очень странная девушка, короче. То есть какое-то двойственное ощущение. С одной стороны, сейчас вот делаю ей дозвон. С одной стороны, вот какая-то она такая далекая, да, она прям постоянно стоит в стороне. А давай отойдем, она сейчас будет палить да, из вагона. Не, возможно, я ей позвоню. Ага. И, короче, сейчас вообще, чтобы она не путала. Вот. С одной стороны, как бы такое ощущение, что вот она прям отходит далеко, да, но ты сейчас услышишь все это. Вернее, услышал уже, наверное, я не знаю, что я поставлю сначала подход, а потом это комментарий, наверное. Вот. А с другой стороны, что-то есть, и как бы признаки заинтересованности есть, какие-то вопросы мне задает, не знаю. Ну, я посчитал нужным, что... Вот показать тебе этот подход, возможно, что-то новое для себя увидишь. Спасибо.